Ура! Готов к отъезду. Все закрыл. Сейчас закрою газ. Окна. Все розетки. Все вилки выдернул из розеток. Что еще? Посуду все вымыл. Короче, замучился из кухни. Буквально вот несколько часов не мог уйти, потому что постоянно что-то требует каких-то доделок. Сейчас еще раз все осматриваю. Буквально через 15 минут вызываю машину. Судя по Яндекс.Такси, ехать до Южного вокзала совсем недолго, порядка 15 минут, пробок вроде как нет. Поезд в 9:20, соответственно, у меня будет время, чтобы разобраться с анкетой для УПДЖД. Это упрощенный проездной документ для транзита через Литовскую Республику. Погода сегодня паршивая, примерно как тогда, когда мы приезжали сюда. Выглядит это все вот так вот. И у меня до сих пор включаются будильники, коих я завел миллион буквально, чтобы не проспать. В принципе, на то расчет и был. Вот, в общем-то, и все. Дальше будет видно. Рюкзак, кстати, получился как в старые добрые по весу, я не знаю, килограммов может быть 15. Хорошо, что мне сейчас не на себе его, по сути, тащить до вокзала, а доблестный водитель такси будет это делать. Но, честно говоря, я уже подзабыл, каково это ходить под рюкзаком и все такое, будем вспоминать. Отлично получилось, из вещей только, да, большой рюкзак и сумка с ноутбуком. Никаких пакетов, все мне удалось рассовать внутрь и нормально, в общем-то, расположить. Все, выезжаю через 10 минут. Добрался до вокзала, а у меня еще примерно 50 минут до отправления поезда. Все в масках, немного палевно, потому что у меня маски нет. Работники все в перчатках, реально ощущение эпидемии. Дома сидел, было спокойней. Подъезжает паровоз. Сейчас будем проходить квест. Как не быть закашленным без маски? Народу довольно много. До отправления еще 40 минут. Короче, я сел в вагон из-за вируса. Вот сейчас вот на таких вот столиках оформляются упрощенные проездные документы. Раньше это все делалось внутри. Представители консульства ходили по купе и просто раздавали бланки. Теперь все это дело выглядит вот так. Стоит стол на перроне, и где уже заполняются непосредственно все документы. Народу в вагоне пока мало, надеюсь, так оно и продолжится дальше. До отправления осталось где-то минут, наверное, 20. Впервые еду в поезде
в вагоне которого 9 человек. Я надеялся, если у меня купе будет пустое, уже будет хорошо. Но я не мог надеяться вот на это. 9 человек во всем вагоне. И это не может не радовать. Через 5 минут отъезд. Тоже мой нехитрый быт вагонный. В вагоне 8 или 9 человек. Это успех. Кто-то чихает. Это плохо. Подъезжаем к литовской границе. Предупредили, что туалеты будут закрыты часа на 3, по-моему. А вот. Хорошо, что предупредили. Документы приготовил. Сижу, жду, наблюдаю. На самом деле даже успел уснуть, но разбудили. Такие дела. Надеюсь, все пройдет быстро. Меня ожидает Бахадир. Есть 1,5 часа на пересадку на Ладожский вокзал и далее Пермь. Бегу, бегом. Бахадир ждет меня на платной парковке. Не знаю, правда, зачем он туда встал. Но бежим. На заднем сиденье. Поездка по Яндекс.Навигатору займет 15 минут.
Ура, я добрался до Перми. Сейчас меня встретит Саша Вольгов. И я поеду с родными видеться, с сыном, с женой. Такие дела. Сейчас шел и думал, такой, да, типа, все неплохо, тут нормально. И в тоннеле, который ведет от поездов в город, по полу просто какая-то река бежала поперек. Натуральная река, да. Забавно. Thank you.